Салют, люди, на связи Вышка, все, и сегодня я буду играть со своими друзьями. Салют, звоню Вова. И Ксюшей, да. Опа, я просто фокусник. Блин, как вернуть обратно. Вот, все. И давайте начнем тогда игру, и давайте быть сразу какими? Давайте голубыми. Голубин. Сейчас, подождите. Тут сейчас будет игра. Блин. Во, все. Синие. Желтые берем. Все, я желтая. Да, наконец-то мы будем вместе. Просто. Просто наконец-то. Просто. А где? Вот. Так, смотрите. Вова защищает кровать, потому что он круто это делает. Ты идешь на алмазы. Я иду на центр. Понятно все? Алмази, моя жизнь. Так, жалко, конечно, нет четвертого человека, было бы получше. Да нам и так. Знаете, мы бы сказали ему, короче, охранять базу, во. Вов, я вот тебе даю золото, защищай, ну вот, по полной... Кровать дам, потому что не хочу я в этот раз я проиграть, вот. Кстати, ребята, кто не видел первую серию, мы с Вовой играли в этот, в Bedwars без Ксюши, да. Я эту серию уже посмотрела, даже. Понятно. Так вот, что ты скопировала? Не важно. Ничего она не копировала. Просто, да, просто. И что она его придумала? Все нормально. Да. Жизнь идет. Все нормально, ребята. Так, сейчас я тогда все переставила, все. У меня очень много блоков. Почему, кстати, ночь? У меня вопрос. Или только у меня у меня как раз проблемы с яркостью. Да нет у тебя проблем с яркостью, потому что ночь просто. Дайте мне несколько блоков, пожалуйста. Так, иди ко мне на центр, я тебе дам, потому что я не хочу на базу... Бежать! Иди ко мне быстрей! С оружием каким-то. Каким-то оружием. Давай! Давайте. Я тут не могу оружие, у меня только деревянный меч. Все равно какое-то оружие это. Давайте, мы тоже должны завалить этого синего, у него все изумруды. Давайте, вот. Возле меня. С тобой. Я его скинула. Ну, он скинул изумруды. Вот он, конечно. Я так делаю вообще. А кровать кто защищает? Ну так, Вова, иди защищай кровать. Тут деревня у нас. Это есть. Вообще-то синий. Ну да ладно. Не важно. А, так, блин, ночь. Так, смотри. Я лук себе купила. Я тебе буду стрелять. Где, Вова? Я тебе помогу. Убили? Я лучше. Да. Нормально. Так, все, наконец-то. Стой. Ксюша, ты смотрел наш первый выпуск? Да. К нам идут. Защищайте. Защищайте. Сломали. Господи, сломали? Как? Чё вы это допустили? У меня вопрос. Так. Где наша база? Вас чё пары? Ксюша, ты чё, отбила всех? Сама? Всех сама? Нет? Не отбил? Вова! Не сама. Вова слился. Не, его куда-то там позвали, я слышала. Нет, тебя убили, Вова. Я не невидимка?
Тебя убили. А, понятно, я буду собирать все ваши вещи. Как ты не соберешь наши вещи? Как бы ты умер. Так, все, закупайся, да, короче. К нам идут! Сзади! Сзади, Ксюша! Помоги! Да я помогаю! Мне бы кто помог. Я атакую! Я его атакую! Хотя как я могу вообще атаковать его? Нет! Блин! Он... Понятно. Да. Так, ща я буду смотреть за тобой тогда. Помогайте мне хотя бы. Все, будем говорить. Я кое-что придумал. Я буду следить за всеми. Я тогда тоже буду следить, только на алмазах буду и следить. Кстати, Вова, когда ты умер, я тебя вижу. Так, Ксюша, сейчас я проверю, там никто к тебе не строится. И к тебе идут. Красный идет. Я на алмах. Мне нужно. Он ломает этот путь. Путь твой ломает. Он дурак. Топором ломает, причем. Да он дурак, все равно. Тихо, тихо, тихо. Если ты наш подписчик, прости тогда Ксюшу, понял? Да. Не, ну скин, конечно. Я тебя убью, простите. До свидания. Ну да, тут да. Каждый сам за себя. На него попало или что? Наверное, я... Да, 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 попало. Просто был звук такой. Да, вот, да, попало. Слушай, а синих-то нету? А синих-то нету? Будем бить тогда красных. Я придумала. И зеленый еще. Я когда буду совсем следить? Я тогда тоже буду следить. Я буду просто везде. Я так... Красный. Два... Нет, подожди. Красный к тебе идет. Красный. Не идет. Просто. Стой, давайте сделаем так. Я буду... Вика, ты будешь сидеть за Ксюшей, я буду на базе. Окей. Йо, ничего себе там челиков. Красные. Беги, просто. Беги, я буду вот так вот защищать тебя. Я тебя защитила. Я сам, ну, типа ты попала в меня. Ну, он попал в меня. Нет, в меня попала. Да? Нет, там откинулась стрела. Я вот перед Ксюшей стоял и стрела насквозь. Не, тогда откинулась стрела, я видела. Губку это... не знаю, зачем мне губка, но пусть будет губка. Я короче, у меня еще что стоит вот на карту, поэтому я буду за всеми следить. Ну, читак, короче. Угу. Да, и так в центре зеленый. Ох, там кто-то еще в центре. Зеленый. И как обычно зеленый. Ну, короче, ребят. Тут, короче, кто на базе не знает? Где-то три зеленых. Нет, тут. Сзади? У меня изгибание! Беги! Все, я проиграла. Так, давайте назад в лобби тогда. Сколько мы снимаем уже? Мы 8 минут снимаем, давайте еще одна каточка. О, ну вот тут вот день, вот тут вот приятно находиться. Так. Где? О, все. Какие? Давайте красные. Я красная. Вова красный! Я взял. Да, все. Господи. Знаете, чего у нас хуже? То, что... Нас-то меньше, чем остальные. Ну, это так их по 4, Я же говорю, нам надо... А, нас четверо. Кто? Кто это? Какой-то настоящий человек. Ага, он АФК. Ну, его убьют. Чел, который стоит, да. Ну, короче, АФК. АФК. А, все, пошел. Человек живой, ура! Так, я напишу ему защищай кровать. Какой у него там волк ада. Господи, как его найти тут? Во. З.
Защищай кровать. Защищай кровать, пчел. Защищай кровать. Вот. Купи дерево. Купи дерево. Как же сложно с ним. Вова, что ты это стоишь на месте, а? Ну, я короче, сейчас вернусь. Угу. И что я буду сидеть? Угу. Ребята, короче, минус человек у нас в команде. У нас уже два алмазика. Ребят, кстати, как вы думаете, нам искать нового, типа, то есть, как назвать? Нового человека, типа, на канал. Ну, как еще называть его? Ксюш, как его называть? Кого? Ну вот, как я вас называю? Я не знаю. Ну, типа, можно сказать, помощника. Типа, моего, да? Я Ксюша. Ну, короче, какого-то человека, который будет с нами сниматься. Скажите, это, ну, то есть, искать его или нет? Просто, знаете, ну... Мне кажется, и так норм. Так, сейчас я тогда кое-что сделаю. Так, все, Вова отключился. Так, уже Гаутом сломали кровать. Я на укрепленную броню купила. Так, строится на центр или нет? Я просто Лучше стройся, лучше не стой на месте. Окей, тогда потом еще в Skywars в другой си. Зачем я спойлерю? Фу, как это называется, блин? Спойлеришь. Угу. Видео другое. Не знаю. Никто не знает. Господи. Так. Как мне знать, если я не знаю? Так, я собираю изумруды. И у меня 4 изумруда. Я сейчас... Просто, сейчас буду... капец. Привет. У меня 4 изумруда. Покупай... Купи себе что-нибудь, блин! Давай... Сзади зелёный. Давай обсидиан куплю. Всё, он упал. Ага, всё, я покупаю тогда обсидиан. Да, покупай лучше, покупай, да. Я покупаю железный меч и обсидиан, вот. И ты должна меня как-то закрыть блоками, чтобы никто не видел, что я строю обсидиан. Вот. Такая вот у меня тактика. Да не, увидит. Убежала. Так, я тогда покупаю инструменты для этого. А именно просто топорик. Потому что никакой защиты у нас нету. К тебе желтые и зеленые бегут. А, помоги! Помоги, у меня аж обсидиан. Они оба упали. А, понимаю. Желтых уничтожили, а мы красненькие. Это холосо. Это холосо. Закрой меня блоками, быстро! Не могу, у меня нету блоков. А, зеленый идет! Помоги! Ты что, зеленка? Зеленого убей. Убила? Скинула или убила? Нет. Ты чё? Он меня пытается уронить, понимаешь? Угу. Понимаю. Всё. Блин, давай, у меня ж обсидиан, я еще ничего не вижу. Я еще упаду, мне кажется. Не упади. Они упали. Я не упала. Блин, и тут сломала блок. Просто я ничего не вижу. Тихо. Выступать. Знаешь, что-то получается, а что-то не получается. Ты чё, зелёный? К нам зелёные прорываются, понимаешь? Помоги! Убивай их. Надо купить заостренные мечи будет. Но у меня только 4. Сейчас будем ловушку... замедления. Чего молчишь? Я просто обсидиан строила.
Сейчас мне надо все это залатать, короче, шерстью, чтобы беспалевно было. Знаешь, типа везде просто шерсть. Волк упал. Так, все. Господи, я думаю, это... Так. Мне надо купить лук. Все, я застроила теперь... Да. Зеленый лук. Угу. У меня все для этого есть. Зеленый! Он построил. А! Он сейчас будет динамит сбрасывать 100%. Он упал! Блин, он меня скинул! Все равно я его убила. Владимир Крест, ты что, двигаешься? Ты умеешь жить? О, включи! Да, это Франкенштейн. Ура! О, блин! Поняла. Так. Не туда бегу. Покупаю блоки. Сейчас. Надо купить эту, как ее, застранные мечи. Ага. Так. Все, идеально просто все разложила. Вот, все идеально по сторонам. Я думаю, нас никто не разломает, потому что, ну блин, такую команду... Да, мы стараемся. Ну такую команду, я думаю, нет. Зеленый, привет. Зеленый, привет. Остались мы против зеленых. Помоги! Да я не тут. Я бегу на нашу базу. Сейчас. Так. Он читер. Офигенно. Слушай, мы должны его. Он походу пока читы скачал. Он читак. Слушай, я убить не могу, это нормально? Ну так я же говорю, читак. Я его не скинула. Чё? Я ж не просто говорю, что он читак, не просто, что он меня убил. Он меня с двух ударов убил, а у меня все были жизни. В смысле, как? Причем такой же не Ксения. Он с одного удара меня убивает. Это читаки. Те рыб. Блин, да он с двух ударов убивает, это читеры. О, ребята, кстати, это последняя команда. Мы их не разумели. Ну так, они читаки, господи. Ребята, если вы играете... Я просто иду на пролом, понимаешь, на пролом. Если вы играете с читами, у меня вопрос, зачем вы это делаете? Я просто не понимаю. На пролом, понимаешь? На пролом. Я сломала один блок. Я, конечно, понимаю. Все. Но, блин. Ребят, пожалуйста, не играйте с читами. Вот это понимаете? Бесит. Понимаете? Типа, люди играют без читов, и из-за этого вы портите игру своими читами. Вот, я хочу сказать, я в своей жизни вообще никогда не пользовалась читами, потому что, ну, то есть, я понимаю, что людям будет неприятно. Можно сказать? Можно сказать? Ну. Это читак! Да? У меня было 9 алмазов. Я хотела прокачать застрянные мечи. Что за капец? Нам сломали кровать! Так это читаки! Они читаки! Читак! Так, иди и подлетай к
ко мне. Ладно, ребята, мы, пожалуй, на этом закончим. Так что подписывайтесь на мой канал. Ставьте много-много лайков. А он уже вышел. Да, ставьте много-много лайков и подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на мой инстаграм. И, пожалуйста, не играйте с читами. И всем пока-пока. Это очень весело. Всем удачи, всем пока-пока.